Зараз ми знаходимось в парку Шевченка. Тут відкрився 4-денний фестиваль хедмейду «Лавка майстрів». Ну що, ходімо, дізнаємось про все разом. В Одесі дуже-дуже багато талантливих людей. И мы решили этих мастеров, ну как сейчас модное слово «хендмейд», но мы предпочитаем мастера их просто называть, мы решили их объединить в какое-то одно мероприятие, да, вот чтобы не ходили там со своими столиками, сумками, торбочками, это, чтобы это было более как-то современно, более цивилизованно. И вот мы собрали первую небольшую такую, назвали «Лавка мастеров». Мы бачимо продукты кулинарного производства, да, тобто... Ковбаса, наприклад. Да. Ви дійсно перевіряли цю ковбасу? Вона добра, вона здорова, да, можна їсти? Да, ми, во-первых, самі, ну, как бы, скажите, хороші ли товари, ну, посмотрите, я одета в этом товарі. Можна відрізати нам 200 грамів, да, щоб ми знали? Конечно, сейчас мы это все сделаем, я вас подведу. Я вам должна сказать больше. У меня взрослый сын, так он на лавку, которую я организовываю, он приезжает, например, определенно у Любы колбасу, у ребят шапских сыр, ну, то есть уже свої предпочтения есть. Але ви впевнені в тому, що ця продукція, вона безпечна? Ну, я даю своїй дитині, це, як це може бути небезпечно? Каже, що ви хизуєте своєю медовухою. Чому? Власне, виробництво, воно завжди щось має цікавіше відносно заводського магазинного. Власне, виробництво набагато смачніше і корисніше, тому що все йде з натурального продукту. Ти з полтавської землі, так, як то кажуть. Так. А дайте нам так посмакувати, щоб ми знали. Так, але зовсім трохи, бо ми не хочемо вас, так сказати. Але в чому особливість саме вашого? Цей продукт готується рік-півтора. Тобто це продукт іде не то, що з винограду, а конкретно з меду продуктів. І він має набагато цілющі властивості відносно винограду. Будьмо. Как вы этим увлеклись? Мне это очень, ну, давно очень нравилось, и недавно я делала свадьбу тематическую, вот, собственно, в стиле викингов. Что взяла наречена, что взяв человек? Собственно... Это нареченый? Собственно, нареченой была я. А, вы? Вот. То есть на вас сейчас сукня нареченой? Вторая, да. Ага. Можно и так сказать. Другой день. Мой муж был вот в этом шлеме, он сделан из марли с ПВА. Он выглядит как металлический, но на самом деле он вполне себе мирный. Насколько правильно начинать брачную жизнь с головного убора с рогами? Ну, это все такие, знаете, это такие условности и стереотипы, что если это есть рога, то значит это у кого-то будут рога. Это все неправда. Мы так не думаем. Наоборот, шлем с рогами. Хай будут. Шлем с рогами – это такой воинственный элемент, который показывает, что муж будет эй. Вот самая первая крупная ярмарка в Одессе, когда состоялась и чему она была посвящена? Была художественно-промышленная выставка, собственно говоря. Конечно, впоследствии там могли работы продаваться какие-то. К примеру, там были ювелирные изделия, была живопись и графика. Но проходила эта выставка на месте нынешнего пассажа, это получается Дерибасовский угол Преображенский, там был так называемый дом Крамарева, огромный, и вот там проходила эта выставка. Там были как бы достижения всего этого региона. Выставка была, собственно говоря, организована Воронцовым. Да, а хорошо. То есть Пушкин на такую, раз Воронцов, а мы знаем, что Пушкин был при Воронцове, он ходил на такие ярмарки? Ну, Пушкин-то здесь жил несколько раньше, он жил в 23-24 году и ранее, а эта выставка была первая в 1837 году, она была как раз год смерти Пушкина. Ага. То есть, вот. 1837 год, да, первая ярмарка? Первая художественно-промышленная выставка, но в принципе она была и по продаже, но после ее окончания. Подвійний перегон з меду, він має 45-50 градусів. І він йде дуже цікавий, він йде солодкий, настояний на травах, як настоянка він йде. Дуже цікавий напій. Спробуйте. Яка назва? Спотикач. Спотикач. Чому спотикач? За стародавніми рецептами воно йде. Ви знаєте, це все стародавні рецепти. Чому назвали, я навіть не знаю. Ну, можливо, що залежить від того, скільки випити. Тобто спотикаєшся. Так, воно ж як не я з медом йде, так.
Ну, давайте. Це кукла Тільда або щось інше? Це не кукла Тільда, це авторські викройки. Кукла теж текстильна, зроблена в такому вінтажному стилі. Кукла ґрунтована, спеціальна ґрунтовка з корицею, з ванілью, тобто всі кукли ароматні. Розпис теж ручна робота і підбирається під кожну свій якийсь дизайн, платічка, ще щось. Підійдіть до мене. Допоможіть мені, да. Який це аромат? Ну, в основному коріця. Коріця? Да. Фестиваль «Лавка майстрів» в парку Шевченка триватиме до 12 травня. Це була редакція. Ставте лайки, коментуйте наші матеріали. До побачення.